В прошлом году Анна Заворотнюк обосновалась в Дубае. Дочь звезды сериалов демонстрирует поклонникам сладкую жизнь. Ее соцсети пестрят снимками из дорогих ресторанов и люксовых бутиков. Подписчики осыпают 27-летнюю Заворотнюк комплиментами. Девушка выглядит великолепно в образах от люксовых брендов. Не скупится звездная наследница и на красивый отдых. Так, например, недавно она демонстрировала фигуру во время плавания на яхте. Однако поклонники задаются вопросом, каким образом Анна обеспечивает себе сладкую жизнь. Чем вы занимаетесь? Работа. А то кажется, что вы только отдыхаете, упрекнули девушку в соцсетях. Работа бывает разная, не стала конкретизировать Заворотнюк. Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю вам, чтобы у вас так было. Напомним, что Анна получила начальное образование в Англии. Говорят, после выпуска дочь актрисы собиралась поступать в МГУ, но позже сделала выбор в сторону американской школы бизнеса, которую окончила с отличием. В 2019 году Заворотнюк попробовала себя в предпринимательстве, создав свой бренд одежды. Успешной карьерой может похвастаться избранник Анны. Девушка скрывает его личность, однако признавалась, именно из-за работы возлюбленного она переехала в Дубай.